Каков он, город наш? Откуда он начинался? Всеми любимыми Ленинский район. Но не оттуда велось строительство гиганта. Тогда не было пруда, а Урал можно было пешком перейти. И поэтому строительство города велось на левом берегу. К слову, на правом осталась станица Магнитная. К слову, из истории отношений. Не надо рассказывать бред, не надо. Гора Магнитная славилась всегда. И не втирайте, что только Советский Союз типа увидел. Нет. Что про гору Магнитная? Раньше она называлась Атач. Отсюда наши любимые сограждане из Башкирии всю жизнь добывали качественный металл. А вы не знали, так знаете. И, кстати, именно на правом берегу, чтобы ограничить потребность наших любимых, в 1743 году была возведена Магнитная крепость. То есть история Магнитогорска – это не история от Советского Союза. Все дело-то случилось при Елизавете Петровне. Не знаете историю? Честно, я при прочтении истории государства российского так и не понял. То есть из всех царей, ну, я знаю примерно 5. А их-то было сколько? Сколько? А, 250. Клево, да? Теперь, куда руда, то наша поставлялась. В принципе, недалече. Терлянский завод, Кагинский завод и Белорецк. Не торопясь, зимой возили руду именно туда. Ну, рядом, понятно, было по вот этому не пришей кобыле хвост, ну, по бездорожью так-то не получалось. То есть возили зимой на лошадках, то есть день сюда, день обратно. Интересно, да? К сожалению, Магнитная крепость, как и храм, были затоплены, когда для нужд города гиганта возвели 2 водохранилища. Одно в городе, другое чуть выше. И поэтому про ту историю мы забыли. А зря. А то и вот эта история благодаря дивному интернету и моему желанию лазить туда вам продемонстрирована. Дальше было то, что мне нравится. Я уважаю Сталина за то, что он возводил качественные, хорошие дома. Я сам живу в сталинском доме с отличными окнами, качественным отоплением. Но про качество отдельный сюжет. И честно, мне это нравится. Но вот эта постройка не имела к процедуре становления завода никакого отношения. Тогда город возводили трудовые ряды бывших кулаков, непанов. И тех, чья статья была из разряда 58. Жили они в землянках. Но часть любимая, в смысле американские специалисты, жили в отличных домах, как в Штатах. На улице Щерца, на Березках. Вы сами это сможете увидеть. Теперь, когда начали возводить сталинские конструкции? В 1936. На правом берегу тогда был единственный деревянный мост. И здесь, левый берег. Ну, красота, да и только. Хоть площадь привели в порядок, а вот как с остальными зданиями? Они в упадке. Но не полностью. И вот о том, что теперь не все любят. О трате нашей с вами на капремонт. Я честно не понимаю. ЖКХ нас обдирает как липку. При этом непонятно, куда идут деньги. Походу только на дома. Как иначе? Потому что я помню Советский Союз и видел Китай. В Советском Союзе квартиры получали бесплатно. А Китай с первой экономикой в мире строит дома. Но нет там такого частного сектора. Нет и все. Не знаете, есть Google Map. Вот в этом-то наша проблема. Давайте, украду и не сяду. А в Китае таких к стенке ставят. И в мир иной. Не тот, что дает нам Бог. Но это уже тема другой передачи. Тема нашего сюжета – это ООО «Универсал». Давайте сразу определимся. Мы говорили про левый берег. Начинку вы видели, а вот вам изнанка. Вы хотите жить в таких домах? Или вот в таких после капремонта? Да вы что, да вы что? В 1936 году этому дому исполнится 100 лет. Отличные качественные дома, отремонтированные фирмой «Универсал». Вы не знаете, а знаете. И именно поэтому сюда, на Красноармейскую 6, меня и пригласили. Поверьте мне, я видел, как разваливаются крыши хрущевок. Им вообще-то стоит по исполнению 30 лет как-то. Но это чудо стоит дольше, непонятно. Вон Москва их сносит, и слава богу.
У нас откаты по поводу уничтожения растительности есть. Парки без растительности типа идеал. Там все по-другому. Но если мы будем доверять деньги ООО «Универсал», во-первых, это быстро. Во-вторых, качественно. И, как бы сказать, изумительно. Вы не верите? Ну, смотрите сами. Все внутри новое и красное. А почему? Потому что дерево обработанное, и в него не залезут жуки, и оно не горит. Вот так, товарищи мои или господа. Хотя проще, товарищи. У господ свои дома. Итак, мы говорим о деятельности нашей, да? Сколько вы здесь сделали домов? Именно здесь на левом берегу, вот в этом районе, мы сделали Красноармейскую 5, Чайковскую 78. То есть вот за вами, да? Еще нет, дальше, да? Угла будет, вон тот дом, который... А, хорошо, так. Чайковскую 78, Фрунзе 28, Чайковскую 61, и вот сейчас Красноармейская 6. Вопрос возникает у меня, то есть люди платят деньги, да? Я категорически противник платежа, но в результате что мы получаем? Мы получаем лучшее удовольствие от того, что было. Ну, это можно судить как бы... 2 года назад сделали Красноармейскую 5, крышу. В 2018 году сдали мы ее. И до сегодняшнего дня ни одного нарекания, ни одной жалобы от жителей, чтобы где-то протекало или что-то там упало, там, не знаю, отклеилось там или сломалось. Ну, наверное, вот по этим действиям и надо судить, наверное, качество ремонта. К слову, комиссия была в восторге. Вот так работает фирма «Универсал». Причем работает быстрее, чем любой комплекс. Просто надо объяснить. В жилищном комплексе нет таких специалистов. Что-то делают, чаще деньги воруют. Но ООО «Универсал» работает по малость другим принципам. Сроки по работ по капитальному ремонту на данной кровле должны были быть... Крыша должна была быть окончена 15 июля. Крыша была сделана в рекордные сроки, буквально за 26 рабочих дней. То есть начали ее сделать в конце февраля, в конце марта ее уже закончили. То есть мы будем говорить, что эта крыша стояла определенное время. Сколько простоит ваша крыша, сделанная из оцинкованного металла? Ой. Да дай бог нам всем прожить столько, сколько она простоит. Вот так. Ну, вообще, гарантии мы даем 5 лет. Капремонт осуществляется раз в 25 лет. Но я думаю, через 25 лет на этой крыше делать будет нечего. Она будет в замечательном состоянии. Вот так. И даже не думайте, что это неправда. Потому как люди не пьют. Люди работают на ваш результат. Ваш результат – это благодарность. Мы будем говорить, что в Магнитогорске есть контора, которая чисто магнитогорская, с нашими любимыми другими корнями, которые делают замечательный ремонт, как она и работает вообще. Да, вначале... То есть я, насколько помню, 9 лет я знаю эту контору, да? В следующем году будет 10 лет. Да, то есть очень много контор валилось просто, а это не валится, это растет. Понятие как капремонт, это понятие новое. Я, когда мы начинали... Нам казалось, что мы это не осилим. Потому что самое трудное вот в капремонтах – это люди. Вот всем, как бы, вот всем надо угождать, надо просить, надо себя как-то через подъезды ходить, ну, не пачкать, не стучать, не шуметь. Вот это все как бы вначале было... Мы думали, что не осилим. Ну, осилили. Осилили, да, вошли как бы в такт. Самое главное, сейчас как бы начинаем объект, приходим с людьми, общаемся. Говорим, потерпите нас, и мы вас потерпим. Находим как бы взаимопонимание, и результат вы видели сегодня. Вот, и некоторые, да, в некоторых домах даже говорят нам спасибо, спасибо. Ну, мы если там по причине... погоды, если был там небольшой дождь, там что-то, да. Ребята, ничего не надо, мы сами устраним. Вот сейчас мы как бы начнем надежно. Мы знаем, что мы сейчас наш капремонт, наш ремонт в квартире, который мы сейчас произведем, что он будет как бы держаться у нас долго. А вот теперь, и мне всегда бы хотелось узнать мнение жителей верхних этажей, потому что иногда в течение нескольких месяцев их квартиры попадают под дождь и снег. Как здесь, когда в работе фирма «Универсал»? Что было раньше, что сейчас? Ну, раньше крыша текла у нас, это в основном. А так, все сыпалось с крыши, ну, как в основном. Вот как люк откроют, постоянно вот сыпалось. Мусор оттуда, крыша всегда продувалась. Сейчас, не знаю, вот
тишина сейчас. Не знаю, там как, я еще не смотрел, наверх не лазил. Скажите, пожалуйста, они очень быстро сделали крышу, в течение практически месяца, так, по сути, не случается, да? За это время крыша у вас протекала или нет? Нет. Все было красиво сделано? Да. То есть можно рекомендовать эту фирму, да? Да, можно. В основном у нас, считай, только один раз буран был, да? Но они сразу снег скинули, все. А больше не было, они быстро сделали. Они в основном делали днем, вечером всегда тихо было у них. Ну, они утром рано не начинали, когда все на работе. И вечером заканчивали рано. Выходные дни не беспокоили сильно. Итак, верхний этаж. Понимаете, когда люди занимаются верхним этажом, мне кажется, что начинает вода течь. Такое случилось ли с этой конторой? Нет. А до этого какие проблемы у вас были? Ну, у нас там и голуби, и постоянно, когда люк открывается, все это в квартиру, здесь постоянно мусор. Не знаю, сейчас очень комфортно, удобно, красиво, сухо. То есть хорошо? Очень хорошо. То есть можно рекомендовать эту контору? Можно. Мы довольны, спасибо большое. Я был реально очарован. Чтобы такая благодарность, и теперь я знаю, кому я отдам деньги на капремонт. Только ООО «Универсал». Район Гортеатра – это такое плачевное состояние. Но тем не менее, даже если это район Гортеатра, я вот честно скажу, что я бы хотел бы здесь жить. Мне по одной простой нравится. Причине – машин мало, красиво и ровно. Машин мало, архитектуру домов посмотрите. Если здесь пройдешь, я даже иногда, после того, как связался с капремонтами, я захожу в квартал, там запущено, правда, все это, фонтаны, скверы. Красивый район, только не ухоженный. Ничего, да, и это тоже мы сделаем. Да. Ну, думаю, что да. Ну, что еще? Что может быть лучше? Ну, неужели мы научились делать быстро и качественно? К слову, без воровства. Да, это есть и у нас в городе. Мы знаем и видим качество. Качество и количество. Мало кто так может, но мы знаем кто. Надеюсь, это... Крыша людям будет служить долго. Гарантия 5 лет у нас на эту работу. Но я уверен, что эта кровля простоит и 20, и 40 лет. Пока металл не придет в пригодность, а по качеству исполнения работа на 5 плюсов. Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось. У меня такое ощущение, что Москва – это даже не Россия. То есть из Москвы за бугор дешевле, чем из других городов. Всех. В Москве какой-то странный центр типа российского бизнеса. И она еще диктует, как нам жить. То есть мне так кажется, что не Москвой единой мы живем. Сталь – не в Москве. Нефть – не в Москве. Рыба – не в Москве. Мясо – не в Москве. Машины не в Москве. Но именно Москва рулит Россией. Причем рулит она, по сути, ориентируясь на Америку. Мы типа должны залезть в кредиты, а кредиты — это лучший способ заработать на нас деньги. Просто и легко. Я был в Америке и, ориентируясь на сегодняшний день, говорю: в капитализме рулят только большие деньги. Нет денег, и ты в отбросах. Хотя ты можешь обладать уникальными навыками. Нет бабла и нет тебя. А лучше, чтоб ты сдох. Да, кредитная Америка хороша. Вот козюки взяли и привязали все к доллару. Поэтому там все красиво. И большая часть одноэтажной Америки — и это кредит, и ипотека. Ну и мы с нашим бизнесом туда же. И вот тут шиздец с коммуналкой. Мало того, в этот шиздец завернули капремонт. О как! Хата в России, ипотека, дом ипотека. Вас колбасанули с услугами. Вы не можете получить бесплатное образование. Хавка и одежда у нас в 2-3 раза дороже, чем там. И пенсия в 65. О. То бишь, смысл один. Закатать вас в мелкую недвижимость глубиной 2 метра и шириной в метр. Да, я люблю такое государство. Только любовь странная. Но вы знаете, что мне нравилось в Советском Союзе? Мозги у нас были. Я общаюсь, и мы понимаем, что можно выкарабкаться. И именно поэтому мы живем.
а некоторые живут интереснее. Так что для этого нужно? Любовь к своему труду. И даже если это труд, и это как ремонт. Можно, конечно, снести и построить. В принципе, если строение добротное и сделано на века, то ремонт дешевле. У нас много таких объектов. И давайте обсудим тему капитального ремонта. Вы типа купили новую. Да, это бог. Но сколько ваша квартира пройдет без ремонта? 10 лет. Дальше все. Понятен результат. Если дом – любимая моя тема. Через сколько он зарастет? Через месяц. Ремонт и восстановление должны быть всегда. Но не втирайте вы никому, не надо этого делать. С энтропией вы не сможете бороться, она вас всегда оттянет. То есть надо платить. А кому? И мы это сделали. ООО «Универсал». Да, пока это Ленинский и часть Орджоникидзевского левобережного района. К слову, что это лучшая часть. А вы не верите, зайдите вовнутрь. Все как было. Машин мало, дома после ремонта, сделанных универсалом, сияют чистотой. Вы говорите, что мало, я говорю, что нет. 80 крыш, 45 фасадов. И что, это плохо? И это результат на апрель месяц года 2020-го. 3 года. Кто еще может сделать, а? А? Никто. Только универсал. Вы же знаете, я посмотрел и как столяр-плотник, а вы-то не знали, но у меня есть и такое существо. Я вижу, что крыши этих домов простоят на века. Единственная просьба от меня – разукрасьте крыши. Сделайте город лучше, есть же комбинат. Сделайте город разноцветным, потому что мы работаем на новом предприятии. А вы не знали, так я скажу, что в левобережной части города снег белый. А главфабрика новая, домны переделываются, чуть-чуть как сахин. И мы видим горизонт. А какие цвета нашего металла? Любые. Город не должен быть серым, он не такой. И это одно из лучших предприятий сталелитейной отрасли в мире. Ну, по количеству то точно. Мы же умеем работать быстро. Так же быстро, как и комбинат. Есть у нас такая фирма ООО «Универсал». Посмотрите на эти дома. Они были в упадке, а как сделано? Они такими никогда не были. Мы были серыми, теперь нет. Мы можем такими быть и сверху. Ведь красивые города стран других, где уникальность присутствует и в окраске, и в крышах, можно сделать так. Так делайте. И если честно, обратившись в лучшее предприятие, а это ООО «Универсал», вы получите то, что стоять будет долго, практически вечно. Реклама. Двигатель политики и торговли. Телевидение. На нем двигаются интернет-издания. Мы говорим о человеке, работающем в кино с 1982 года. Он первый сделал рекламный ролик в столице металлургии в 1995 году. Что сейчас? Работа на всех типах носителей, аэросъемка, 3D-графика и лучшее понятие того, что вам необходимо. Да, это стоит дорого, но оно того стоит. К слову, есть еще и идеальное звуковое оборудование в России и знающие диджеи. И все это вы можете заказать в ProSoundе по телефону +7 951 470 07 70.